Глобальное обновление и перезапуск сервера Mine Gods. Полностью переработаны игровые режимы Гриф и Дуэль. Безумное количество подарков в лобби. Новые привилегии с новыми возможностями. Помимо этого мы изменили сайт в лучшую сторону. Теперь можно приобрести не только привилегии, валюту, кейсы и магическую пыль, а также и любые предметы, которые будут полезны на гриферском сервере. Также была добавлена новая авторизация с возможностью управлять аккаунтом через ВКонтакте. Обо всех нововведениях можно рассказывать очень долго. Легче зайти и посмотреть самому. Бескрайний мир, полный приключений, ждет тебя на ламповом сервере богов Майнкрафта Mine Gods. IP и все ссылки в описании. Всем привет! Меня зовут Scratch, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. И сегодня со мной челлендж. Всем привет, ребята! И это новая серия жизни симбиотов. Погнали! В общем, ребят, сегодня ко мне в гости пришел мистер Челлендж. Он мне такой написал, говорит: Scratch, я установил секретный мод на сервер. Я такой подумал, ага, решил зайти в папочку посмотреть, а он его, значит, переименовал. И я понятия не имею, что это за мод. И я, в свою очередь, тоже решил поставить один очень крутой мод. И, знаете, я сделал так, чтобы мистер Челлендж им не смог пользоваться. Я думаю, вы по вот этим вот штучкам уже поняли, по вот этим вот красненьким, да? Чё, какие красненькие? О чем ты вообще говоришь? Ну, такие красненькие штучки, но у тебя они отключены по нику, так что ты их не увидишь. И я не знаю, какой мод установил мистер Челлендж, и меня на самом деле это немножечко пугает. Так, мистер Челлендж, а ну-ка подожди. Стой, 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 стой! Что это там вон там в небе? Где? Ну вон там сзади. Да не, повернись, посмотри, реально. Да что ты что-то подозреваешь, что ли? Нет, так, ага, показалось, наверное, ладно. Че тебе показалось? Ну кто-то сзади подошел, как будто рука в кармане побывала. Да не, да ты бред какой-то говоришь. Короче, ребят, сегодня мы будем заниматься различными вещами при помощи этого секретного мода, который я установил. И надеюсь... Так, мистер Челлендж, что ты делаешь? Ничего, просто смотрю крафты всякие. Понятно, ребят, что-то мистер Челлендж там уже надумал крафтить, и меня это немножечко пугает. Надо будет потом как-нибудь посмотреть. Да господи, что за тошнота такая долгая. У тебя там нормально все? Да, все нормально. Подожди, ты у меня раньше никогда в сундуках, по-моему, не лазил, тебе не кажется? Да нет, всегда лазил, ты просто не замечал этого. А, понятно. Ребят, что-то безумно сильно подозрительное уже начинает происходить, и меня это немножечко пугает. Так что сейчас мистер Челлендж там что-то доделает. Непонятное что-то происходит. Ну ладно, все вроде нормально. Так, что ты там делаешь? Давай показывай. Я хочу сделать золотой меч. Кстати, у тебя алмазика случайно нету? Сейчас вот в сундук ложу, смотри. А... Что такое? Да был только что. Как был? Да не было у тебя, скорее всего. Подожди, подожди. Вот он, вот он, вот он. Вот в этом сундуке я положил. Ты меня обманываешь, мистер Челлендж. Здесь огнево, золотой слиток, косточка, презренные какие-то кирпичи, инструкция и все. Вот в этом вот большом сундуке, там на нижней полке, смотри. На нижней полке. Здесь ничего нету. Здесь аметист, какой-то кодекс, веб-шутеры. Ты меня обманываешь. Тут максимум что из алмазов, это алмазная конская броня и все. Больше ничего нету. Да не, ты внимательней-то смотри, внимательней. Да я и так внимательно... Так, мистер Челлендж, ты меня вообще какой-то бред несешь. Здесь кодексы и все. Так, не понял. Какие кодексы? Куда моя рука пропала? Кого, блин, мистер Челлендж, ты что наделал? Что такое? Да как что такое? Что ты сделал? Ничего. И какого фига ты сделал, блин, мистер Челлендж? Что за подстава? Вот какой-то мод там секретный установил, блин. Сказал мне, очень крутой мод, тебе понравится. Ну да, мне понравилось, круто. Но зато... Что, нравится? Посмотри на меня. Пойдем, пойдем. Ты че? Ты вообще что ли офигел? Ты меня ограбил, что ли, похитил? Ну да, это похищение, чувак. Сейчас пойдем на корм рыбам. Так, я сейчас... на какой корм? Я сейчас в размерах увеличусь. Как вырвусь из этих твоих петлей. Да, давай, попробуй. Да какого фига? Так, я понял. Спасибо, мистер Челлендж. Я, значит, тебя там приютил, сыворотку Халка дал, а ты меня вот так вот решил, да? Понятно, спасибо. Ты избил меня. Я тебя избил? Да. Я вообще не могу даже ничего взять. Точнее, я могу взять... Так что? Ты тут и секретную какую-то эту подготовил, что ли? Ну да. Что ты делаешь? Не-не-не-не-не, ай. Пока. Блин, ладно, еще раз. Ты меня забыл отвязать, по-моему, тебе не кажется? Ну, возможно, да. Так, мистер Челлендж. О, я выбрался! А нет, ты меня просто отвязал, я понял. Я даже блок сломал. Как дела? Как дела? Прекрасно дела. Но зато я могу, знаешь, что сделать? Вот так вот, заползти на стену, я могу ползать по стенам, и меня это очень сильно радует. Эй, я пролезу, О, сейчас в размерах увеличусь. Ничего не получается. По-моему, там дырдочка не под твой размерчик. Слышь ты там, не не это, не вякай мне тут. Че, как дела-то? Расскажи, как там. Все прекрасно. А ты мне хоть еды принеси, а то у меня ни еды, ничего нету. О, яблочки, спасибо. А как я их есть, по-твоему, должен? Ну, они же вот лежат перед тобой, у тебя же... А, у тебя кляп во рту. Ага, и руки связаны, я даже яблоко к рту поднести не смогу. Все, кляп вытащил, теперь можешь поесть. Да, у меня рук нету, как я поем тебе? Ну, лицом, как это, к яблочку. Что за троллинги тут получается? Так, а так, если... Ага. Блин, а вообще нет способа, походу, снять, да? Ладно, подходи. Сейчас, подожди. Оп, оп, оп. Ладно, я сам подойду. И куда ты меня в этот раз повез? Куда-нибудь, ща что-нибудь это придумаем. Да капец, ребят, но это несправедливо, как мне кажется. Вообще ничего не могу сделать. И где я, и что ты меня уронил, блин? Ребят, ну это, мне кажется, ненормально. Ну я понял, я понял. Я думаю, вы тоже уже поняли, какой мод установил мистер Ч. Я печатать даже не могу. А, вот. Я вообще печатать не могу, только на У нажимать. Куда ты меня в ад, что ли, хочешь отправить? Может, не надо? Может, пожалуйста, не надо? Дай-ка я увеличусь в размерах, пожалуй. Может, веревки получится порвать? Не, это супер веревка из вибраниума. Ага, из вибраниума, круто. Так, ну и что мы будем с тобой делать, мистер Челлендж, а? Ну, погуляем, погуляем. Это не понял, откуда взялось. Так, ладно. Опа, я побежал, так. Все, мистер Челлендж, тебе капец, блин, зря ты на меня. Ты Халком решил стать? Эй, больно, 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 больно. Так, короче, Челлендж, я пошел домой, у меня есть это. Ребят, ну вы поняли, короче, использует мод вот этот, мистер Челлендж. Ты ко мне так близко не подходи. Я знаю секреты этого мода, между прочим. Так, 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 так. Какие секреты? Офигеть, сзади, 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 осторожней. Ну посмотри, посмотри вон туда. Я не куплюсь на это дважды. Ну ладно, так, сейчас, подожди, я отойду на секундочку, ты пока это... Ага. В этом моде есть секретный крафт. Если ты 3 шерсти вдоль выложишь, то у тебя получится одна очень крутая штука. Можешь попробовать. Так, ну я стою там, где ты сказал. Давай там это делай. Оп. Ничего там нету. Я посмотрел, 3 шерсти в ряд. Ничего нету. Да, а попробуй 5 шерстей просто как-нибудь там разложить. Шерсть отдай. Какую? У меня нет твоей шерсти. Шерсть отдай. Откуда у меня шерсть? Ладно, ладно, отдам, отдам. Все, на тебе шерсть. Все, всю вернул до единой. Можешь проверить даже. Не всю. В смысле не всю? Это вся. У меня больше было. У тебя не могло быть больше. Могло. Так, нет, не становись Халком, только не пей, пожалуйста. Так, мне нужна это... Ты меня, надеюсь, сейчас не свяжешь? О. Так, ты что, входы все и выходы закрываешь? Что ты будешь делать теперь? Подожди, я... Понятно, понятно. Так, ай-яй-яй. Знаешь, что мне нужно? Подожди, я... Давай, у меня есть компромисс, который решит всю нашу ссору. Пойдем просто с тобой выйдем. Смотри. Че? Ты у меня кирку украл? Нет. А где, как ты у меня ее украл? Так ты ее в руке держал, я тебе по руке ударил. Первым делом, для того, чтобы у нас произошло примирение, я готов тебе дать ресурсы на то, чтобы ты сделал себе золотое яблоко. Просто яблоки у тебя есть, вот тебе золото, подарок. О, кирка, спасибо, спасибо. Вот, ты мне кирку, а ты делай золотое яблоко пока что, да. Все, в принципе, доделывай золотое яблочко и пойдем, будем кое-что делать с тобой секретное. Готов? Так, смотри, у меня есть волшебный лук. Ты у меня, мистер Челлендж, поплатишься за свои... Опа! Черт! А знаешь, ты, наверное, не заметил, но я также украл у тебя еще одну вещичку. Какую? Вот, с ветерком прокатимся. Ты как свалился от веревки моей? Слишком быстро, наверное, тебе было, да? Да не, медленно, медленно, можешь ускориться. Медленно? Да, давай покатаемся. А ты понимаешь, что я нашел ножичек, а ты не сможешь найти ножичек, да? Кстати, мы дюпаем, по-моему, поводки с тобой. В принципе, можно над тобой немножечко поиздеваться, да? Я тебе покажу тоже секретную одну комнату. О, Крипер, смотри. Ты... А, ты перестал быть Халком. Так, Крипер, здравствуйте, вот я привел вам пациента, да? А что, 2 зеленых против меня, что ли? Сейчас Крипер будет бабацать, и я убегу в последнюю секунду. Давай, Криперочек, и бабам! Как тебе? Вообще пофигу. Вообще пофигу, да? Так, ладно, значит, мы с тобой. Надо тебя, во-первых, в дом запустить. А то что ты, я что, не гостеприимный, что ли? Давай, хотел меня ограбить и похитить, вот сам здесь и постой. Ну, можешь поскакать, попрыгать, может, что-нибудь у тебя получится. Ты выбираешься, подожди, у меня зеленым горит. Отпусти меня! Сейчас, все нормально будет, мистер Челлендж, все нормально. Ой, еще одну штучку нашел, держи. Я на себя, по-моему, тоже ее нацепил. Ну что, бывает, ну нормально. Выгляжу очень сильно молодежно, на самом деле. Так, ладно, снимаем это. Ну что, мистер Челлендж, пора тебе на дно морское запустить, как ты меня хотел, да? Ничего, я с тобой покитаюсь. Ну давай, поплыли. Поводок отвалился. А, ну ладно, все, сиди на дне. Ты всплывать умеешь, что ли? Куда попрыгал? Ой, я у тебя что-то украл. Сейчас, подожди, надо тебя немножечко... Ты в ад собрался, да? Ты в ад попал? Как ты в ад попал? А ты понимаешь, что ты все равно не развяжешься? Я развязан. В смысле? А вот так вот все. Я же сквозь пространство переместился, все. Не понял, подожди, я тоже сейчас вот этот... Ребят, я не понял сейчас прикола. Или меня мистер Челлендж троллит и сейчас как в лаву столкнет, а? А, ты, значит, когда я телепортировался, решил в обычный мир пойти, да? Нет. Значит, троллируешь меня, да? Да не. Не троллируешь? Да ничего. Ладно, давай я тебя все-таки развяжу. Стой на месте. Я развязываю тебя, правда. Да куда ты опять исчез? Я стою на месте все это время возле портала. Я тебя развязать хотел, ну как хочешь. Я, в принципе, у тебя там зеленая полочка шла, и ты знаешь, что я тебя развязывал. Понятно, мистер Челлендж не за... У меня, кстати, есть идея. Идея, что можно скрафтить. И еще я тебе ее продемонстрирую. Только мне ты нужен. Давай, я тебя развяжу. Это безобидная штучка, ребят. Вот такая вот штучка безобидная, которую я покажу на мистере Челленджа. Иди сюда, возвращайся в обычный мир. Я в обычном мире как бы возле верстака прямо сейчас. Да? Вот, ты открыл сундук сейчас. Это ты, по-моему, открыл. Нет, смотри, я сейчас кину яблоко к сундуку. Я понял. А я тебя вообще не вижу. Я тебя тоже. Вот ты сейчас рамку эту дергаешь, правильно? Да. Ну вот сейчас я ее буду дергать, смотри. Оп. Я понял. О, Челлендж, я тебя вижу. А я тебя нет. Серьезно? Да. А почему ты развязанный? А где ты? Так, подожди, надо попытаться пофиксить эту фигню. Сейчас вернусь, подожди. Куда? Так. Мне кажется, что ты у меня украл. Мне кажется, сломалась эта фигня. Ребят, сейчас я буду делать то, что я хотел сделать для мистера Челленджа. Скрафчу в 2 экземплярах, потому что это крутая штука очень. Так, ну, мистер Челлендж, иди сюда, буду тебе подарочек дарить. Я тебя не вижу. Серьезно? Так, подожди, мистер Челлендж, подожди. Ладно, знаешь как, есть способ пофиксить эту проблему. Убей меня. Ладно, сейчас стой на месте, я тебя убиваю лазером. Подожди, я на тебя направляю прямо сейчас лазер. У тебя врешь ты меня за это веревку? Да, я так и знал. Это не веревка. О, шиза. Это... Ой, блин! Только не говори мне, что ты сам на себя ее нацепил. Я просто правую кнопку мыши нажал. То есть мы сейчас с тобой в одном доме в смирительных рубашках, я правильно понимаю? Ну, да. А тебе надо выдать премию Дарвина при жизни. Ты ее заслужил. Я не могу даже в тебя зайти в инвентарь. Мы ничего не можем делать. Все это конечное получается. А ты меня видишь? Нет. Скрэч, а ты знаешь, что у меня есть? А что у тебя есть? У меня есть то, что развяжет нас. Как? Откуда? А вот так вот я же несколько штук заготовил и спрятал в потайном карманчике, который ты не увидел. А, понятно, ребят. Вы поняли, да? Мистер Челлендж наперед все знал. Я понял. Ну ладно, давай развязывай меня тоже. А я тебя не буду развязывать. У меня к тебе задание. Какое задание, блин? Ты должен залезть на вот это вот дерево. Вот под которым я сейчас нахожусь. А как я тебе на него залезу? Я что, тебе Человек-паук, что ли? А давай попытайся. Я помогу тебе чуть-чуть. Сейчас. Да не надо ничего мне ставить. Я так тоже могу. Ты что смотришь, а? Ты не ожидал этого, что ли? Я забыл, что ты можешь по стенам лазить, блин. Ну ладно, развязывай меня, я выполнил твое задание, да. Ладно, так уж и быть. А, нет, скидывай мне, Ай, больно, блин, больно, не дерись. Оба, все, я наконец-таки развязался, и мистер Челлендж, я победил в этой схватке. Я пошел дом сносить. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить эту безумно крутую серию. И если она вам понравилась, то обязательно влепите лайк, ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наши каналы. Ну а с вами были Челлендж и Scratch. Всем удачи, всем пока! Тыщ-тыщ!